Здравствуйте, Андрей Григорьевич. Добрый вечер. С работы? Что? С работы? А, да, да. Андрей Григорьевич. Не нравится мне ваша новая профессия. Я что это вы соседка? Подходите, собрались там, блядь. Как куда? Никуда. Воздухом вышел подышать. Давление у меня. Кого проводили? Кто помер, спрашиваю. Тихо. Я же вас спросил, не дай бог мои виды. Ладно. Кого храним? Тихо, не дышусь. Человек. Молодого? Две?
12. Сколько? Половина 12. Сердечно поздравляю, мы опоздали на электричку. Все, следующее в 6 утра. Джентльмены, обороты провожали, устроили. До дому километров 20, не меньше. И все эти скромницы. Ну скажи, какого мы с ними связались? Что это за район такой, здесь никогда не было? Новомыльникова. Деревня. А? Глуши. Ну, что делать будем? Не знаю. Слушай. Извини, но там в кабаке я не расслышал, как тебя зовут. Я тоже. Давай по новой. Давай. Владимир, Усыгин. Севастьянов, Серег. Просторечий, Сива. Почему Сива? Ну, пацаны прослали, объяснить мне, объяснили. Работаешь? Ну как же. Торговля. Агентом. Агентом? Это что за работа такая? Ха-ха. Нормальная работа. Пойдешь и провожаю по луну. Умные трусы для тебя. Чего? Ладно, не бросит. Что делать? Подожди. Добрый вечер. Дядя! Подожди. Скажите, где здесь автобус? Автобус на той стороне земли. А успеем на автобус? Может. Послушайте, ребят, не подскажете, а где бы нам здесь переночевать? Ну, были в гостях, опоздали на электричку. Бывает. Я не могу. Почему? Я не могу. Бабушка, мы же на тёте. А я не могу. Валя, ты дядя! Чёрт, не иди. Куда же взялась? Чего только не хватало. А можно вывести? Эх, сидел бы я после дома, там, по крайней мере, тепло и весело. Знаешь, у меня вот большой книг. Нет, чего не другая. Вот вчера он мне говорит, надо верить твоим изобразить. На рабочей студии из-за тебя одни неловкости. Надо дать тебе 20 рублей. Ну пойди в кабак, устройте мост, напейся. Да так напейся, чтоб я тебя 2 года не видел. Ну как? Да уж, почти мой родитель. А у тебя как? Что у меня? Ну с отцом, тоже разобрался. Никаких. А как оно тебе лучше? Да очень просто. У меня нет отца. Если она собирается. Знаешь, я вот что-то купил. Давай, ты сейчас пойдешь в тот подъезд и будешь в одном каждом квартире. Ну, ты же предлагаешь свою руку. А я займусь всеми соседями. А ты думаешь, что это?
вам же стакан воды некому будет подать. Не беспокойся, Лиза Валерьевна. И давай не будем. Давай поговорим об этом в другой раз. Ну а когда? Завтра? Навестить вас завтра? Ну попробуй. Я до завтра не дожду. Я задумываюсь. Ты ничего с тобой не сделаешь. И все же, девушка, мне кажется, вы нас спасете. Вас? Так вы еще и не один? Да в том-то и дело. Со мной. Привет. Ну, что? Ничего. Никто открывать не хочет. Спросит только, кто там, и все. Да мы загнемся здесь. А кругом столько теплых квартир. Вы что, квартиры? А сколько выпивки? Сколько закуски? А сколько одиноких женщин? Меня всегда это выводит из себя. Значит так. Идем и будем встречать в каждую квартиру. Да? Да, пойдем. Давай, иди. Интересно, что ты скажешь? А? Скажем, что поставили на лестницу. Не поверю. Скажем, что замерзали. Какой-то такой. Какое именно тебя дело? Вот на улице не зима, тут работаешь. Скажем, отстали от скорого поезда. Да этим ты их не прошибешь. Скажем, за нами были собаки. Неужели не пусть? Слушай, людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Нужно соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Их нужно напугать, понимаешь? И разжалобить. Но для начала мы их разбудим. Когда фонарики качаются на чемре, thank you.
Где мой отец? Кто он? Я люблю тебя так, как не любил тебя никто и никогда. Когда-нибудь ты это поймешь. А теперь можешь быть спокойным. Ты своего добился. Я тебя ненавижу. Замерзли очень. Да. Можно нам здесь погреться, а? Ну, а поставим электричку.
любовь. Если твой, значит, бандиты. А Люда, доверять нужно, Вася, доверять! Неужели ты этого не знаешь? Ну отсюда, допустим, к твоему нету. Зачем вам это? Что вам от него нужно? Доверие, Вася, доверие всего-навсего, доверие! Что ты посмотрел на него? Брат, страшно. Кого? Кого? Стоит у порога, он даже не предложит к нему присесть. Действительно. Зачем вы пришли? Ты так ничего и не понял? Нет, как ты не понял? Значит так, Вася, слушай внимательно. Сарафанов Андрей Григорьевич, твой отец, мой родной папа. О, что? Да, Вася, ты только не удивляйся. Твой папа мой родной отец. Ну что ты на это скажешь? Ну, какой случай? А, ребята, братья. Подумайте, Вася, нужно выпить. У тебя есть выпить? Выпить? Да. Да. Да, сейчас. Это я. Я сейчас. Сила. Слушай, я бы до такого никогда не додумался. Пошли, мы согрелись уже и пойдем. Молодец. Сейчас пойдем к дому Паша, пошли. Ну. Погоди, погоди. Ну погоди. Ну выпить-ка мы все равно успеем. Папаша вернется через час, не раньше. Ну и папаша. Ну и вернулся. Ах, вы нужны мне сию минуту. Гуси все они гуси. И твой медаль был такой же. Скажи. А чё бы этому слегка не пострадать за того? Тут, по-моему, всё справедливо. Пошли. Я не пойду, пока не выйду. Я вот не понимаю, неужели ты за свою идею не заслужил рюмочку водочки? Вот она приверяется, наша водочка. Значит так, обними его, погладь по голове по-родственному. Вася, ты вот только не удивляйся. Если разобраться, то родственников у нас гораздо больше, чем полагается. Понял, да? Ну, за вашу встречу. Ты не хочешь его увидеть?
Его мать должны были звать не Миша.
Хорошо, хорошо. Да. А фамилия? Фамилия? Хватит, как говорится, вполне достаточно. Ну, конечно, конечно, папа, не прошло столько времени. Вот именно. Где он до сих пор был? После рассказа пошел искать отца. Нет, я его выведу на чистую руку. Ты увидишь, как его зовут? Володя, да ты не волнуйся, папа, он тебя любит. Спасибо.
Конечно, все не так, как было задумано в молодости. Но вся жизнь. Нет, если вы думали, что твой отец отказался от идеалов юности, покрылся плесенью, зачерствел, растворился в суете, я ошибаюсь. Я... Где мой отец? Этот вопрос я начал ей задавать, как только научился говорить. А тебе действительно очень хотелось меня найти? Найти тебя и поблагодарить.
Он нас слишком чувствительный. Говорят, у него такая тонкая душевная организация. А по-моему, у него просто нет шанс. Тонкая душевная организация всегда будет. Вот как! Правильно! Поэтому у него несчастная любовь. Даже собрался убежать из дома. Ты ему посписал. Жили мирно, в одном дворе. Мирно, тихо, никак. Она у нас здесь работает с секретарем, судья просвобод. Вот, и вдруг вчера вы говорите, я ухожу из дома. И мне дело дошло до того, что мне вчера ночью пришлось к ней идти. Он вчера прибежал поздно вечером. Говорит, все, я уезжаю в тайгу, я уезжаю. Ах, она же выгнала его, было видно по его лесу. Но вообще я могу ему помочь. Я думал, надо пойти поболеть, что она боится, что она старше, у людей около 30, а он только школу кончает. Или, может, она боится пересудов, или не дает от того, что я против этого. Ну, я пошел, короче, все ей рассказал, я просил ее. Я просил ее, чтобы она была с ним помягче. Да.
Как же так? Нет, ну, да ты что, у меня здесь все, у меня здесь, я здесь родился, потом у меня, нет. Потом соседи мне помешали. Представь себе, она вот уже 3 месяца встречается со своим будущим мужем, на днях они собираются уезжать, она даже меня с ними не знакомила, я все время глазами не видел. Чего ты стоишь?
поздно. А что это вы у двери стоите? А мы тут воздухом дышим, прохлаждаемся. А вы откройте окно. Окно откройте. Иди с ней попрощайся. Сегодня ты еще не прощался.
Слушай, какие у вас могут быть разговоры? Ты не прав. Семейные, семейные разговоры. Я влюбился. Слушай, иди, чего не иди, попридержи там отца. Кого? Ну, бабашку, а что? Я тебе помогу. Помоги. Полностью умеешь? Я умею нести пол. А может, что перестали понять, объяснить? Нет, ты нам будешь только мешать. Дети мои, вы же так похожи. Да, ты на камеру выскочил, и все, вот папа.
Да, идет. Итальянский фильм. Он это здесь недалеко. Как называется? Развод по-итальянски. Да нет, нет, там как раз все по-другому. А есть еще что-нибудь? Да, есть. Но тоже разбой. День счастья. А почему так мы назвали? А там женщина ушла. А плохого мужа? Да, вот. А может, ей просто так кажется? А еще что-нибудь есть или это все? Все. Ну и если все такое, тогда лучше про колено. Так я тебе? Хорошо. Женское белье повышенного спроса. Я работаю в суде. Я работаю в суде с секретарем. Не там ли мы с вами встречались? Мне кажется, все мужчины побывали в нашем суде. Ну надо же, но вот, вот такая вот симпатичная девушка. Thank you.
что-нибудь. Одну? Единственную. Да. Работает он на совести. Да он ненормальный! А может, так и надо писать музыку? Ты сейчас рассуждаешь так же, как и он. Все-таки жалко. Чего жалко? Да жалко не с тобой расставаться. Сама не понимаю. Еще вчера это знать не знал. Всего не знал. И с Баськой жалко расставаться, и с тобой. Ну откуда ты взялся? Видишь, что говоришь? В кино бы меня возил, на танцы. И лазы учил. Внимательно, гибрица. Хвозло последний день. Знаешь, брат? Знаешь, это даже очень плохо с твоей стороны. Так оставайся. Зачем? В кино буду тебя водить на танцы. Ты же уезжаешь. А я вернусь. Нет. Все решено. Ну и когда вы появитесь? Восемь. Пойдем. Ну уж нет. Посмотрю на твоего летчика вечером. Ну учти. Он должен тебе понравиться. Он хороший парень. Я с
так не поступают. Хорошо, хорошо. Я прошу тебя, готовы поехать. Ну нельзя, нельзя на мне тело носить. Значит, с сестрой мне нельзя, с этой тоже нельзя. А как мне жить дальше? Мне уже надоело.
потом понимаю. Тебе, брат, сестра, вот чего ты должен корову не брать? Я не понимаю, не понимаю. Ты сказал мне, что между вами все кончено? Нет, я его больше не видел. А мог бы сказать?
книжному училищу. О, у меня свадебное платье, скажу, у меня золото. Я как-то сказал тебе перестать. Так что, пусть как умеет, я не против. Вот, а интересно. Ты уже здесь? Привет. Познакомились? Да, познакомились. Было дело. Веселые ребята. Люблю веселых ребят. Ну что, давайте выпьем, чтобы не терять время до. Давайте. А вы не торопитесь. Подождем вам. Подождем вам. Хорошо, подождем, но через полчаса мне надо выйти. Отлично. Нет, больно. Прилагаю. Чуть что, потолки, губа. И все такое. Тяжелое. А я не жалуюсь. А он не жалуется. А что вы полагаете за опоздание? Я никогда не опоздаю. А я почему-то так думал. Концертовки бедайте, сколько ты опоздаешь? Один раз можно. А зачем мне опаздывать? Действительно, зачем мне опаздывать? Сегодня ты задержишься. А зачем? Зачем? Просто так. Задержишься. Если это необходимо, я готов. Но просто так. Прости, я не вижу в этом никакого смысла. Правильно, Руслан. Главное, не принципиально. Дело не в этом. Я дал себе слово, не опаздывать. Свое слово я держу. А сегодня ты опоздаешь. Я хочу. Да не слушай, Руслан. Главное в нашем деле – это дисциплина. Добрый вечер! Кудимов Михаил. Сара. Очень приятно. Очень приятно. Наконец-то последний вас видел. Очень и очень приятно. Присаживайтесь. Это мой страх, если познакомились? Да, познакомились. Ну что ж. Ну что ж, молодые люди. Мы давно все обдумали, все решили, а вы так понимаем все, как оно есть. Какова же наша участь? С вашего разрешения, папа. За вас, за наше знакомство. Ну что ж, спасибо, я рад. Мы все очень рады, правда? Ты рад и не рад. Твое здоровье. Спасибо, спасибо. Но у меня есть другой тост. Извините, я не знаю. Я же не стою. Я не встал, как будто пешком прошел через весь город. Мы с этими играли гриб, но он, знаете, очень любил хлопеты и удивлял, что я живу в Сибири, много места для него. Так вот, значит, в общем, когда я возвращался домой, я рассуждал о жизни, друзья мои. Вот. Жизнь, она все-таки вот, она все-таки вот не
за тебя, молодая. За тебя, Ниночка. За Пашкин, по-моему, мой Пашкин. Он сейчас отдыхает. Дай Бог вам счастья и здоровья. Из меня не вышло, и
готов просить тебя прощения. Но я запрещаю тебе уходить из дома. Я хочу вывести вас за счет денег. Еды. Еды. И даже оставайся с ним сам, если тебе хочется. Пусть тебе собирается. Пусть мы его все выдержать не будем. Все. Очень красиво. Концерт для кларнета с оркестром. Вот. Вот. Вот теперь понравилось. Давай. Давай, снимай. Давай, начинай концерта. Сюда мы вышли. За мной церковь. Зачем? Ничего. Я обращаю внимание. Правильно. Правильно.
никогда не был твоим братом. Я обманул вчера. Ты что, это можно жить? Нет,
Нет, этого не может быть. Ну, скажи, скажи, что ты не сын. Ты мой родной сын. Ну, скажи, скажи. Володь, ты сын, сын, да, сын? Нет. Так? Нет. Кто же ты? Кто? Ну и дела. История. Даже ты по сравнению с ним школьник, он настоящий сумасшедший папа. Я не верю! Я не хочу в это верить! Этого не может быть! Нет, это невозможно! Это невозможно! Он настоящий я люблю вас.